Ульяновске состоялся третий межрегиональный конкурс русской песни «Поющий Симбирск». В его рамках в музыкальном училище имени Шадрины прошел мастер-класс народной артистки России, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Анны Литвиненко. Известная исполнительница и педагог, входящая в жюри конкурса, прослушала несколько молодых талантов, дала советы и высказала пожелания, которые пригодятся как тем, кто поднимался на сцену, так и всем слушателям в зале. Что касается будущего этих ребят, я надеюсь, что они будут хранить песню, передавать ее будущим поколениям, что очень важно. Анна Павловна – уроженка Кубани. Свой край она называет певческим, но при этом уверена, традиция народной русской песни живет во всей необъятной стране. В каждом уголке есть свои особенности, но при этом есть нечто общее, объединяющее русскую традиционную песню. Анна Литвиненко нередко бывает в различных регионах на конкурсах, подобных «Поющему Симбирску». Ульяновский смотр талантов она называет достойным и обещает приложить усилия для того, чтобы конкурс повысил свой статус с межрегионального до всероссийского.